У школьников совсем скоро начинаются осенние каникулы, и Театр юного зрителя приготовил для них замечательный подарок. 30 октября состоится премьера спектакля «Волшебные кольца Альманзора». Не пеняю я на судьбу, просто имя твое, о ангел небесный, пою. Главный герой истории – принцесса Апрелия и садовник Зензивер. Однако в этой сказке нет четкого деления на основных и второстепенных героев, поэтому артистов подбирали особенно старательно. Главные волшебники на сцене – это артисты. Насколько будет раскрыто их сердце, насколько они энергетически зарядят детей, насколько они будут сами верить в то, что они делают, настолько же дети поверят им. Потому что дети – это вообще самый такой искушенный зритель, его обмануть практически невозможно. Театр – это не только развлечение. Режиссер постановки Александр Загораев считает, что спектакль обязательно должен чему-то учить маленьких зрителей. Этим он и отличается от бездумных виртуальных игр и некачественных мультиков, которые так часто видят дети. И я надеюсь, с помощью этой морали детки начнут понимать, что такое хорошо, что такое плохо, и начнут различать истинные, подлинные чувства от алчных и лицемерных, поддельных чувств. Первые зрители появились уже на генеральной репетиции спектакля. Ребята живо реагировали на происходящее на сцене, спектакль явно пришелся им по вкусу. Здесь было все – яркие костюмы, песни и танцы, волшебство и юмор. Ну, потому что там актеры хорошие, они показывают, они там что-то делают, они молодцы, я думаю. Ну, там герои очень красочные, мне понравилось. Актеры и постановщики надеются, что спектакль прочно войдет в репертуар театра и будет радовать не одно поколение юных зрителей.